Так, у меня на мини-тракторе стоят фольксвагеновские ступицы. Вот, передние. Здесь я болтом зажал подшипник вместо шуза. Но у меня есть опелевские колеса с опеля кадета. А это Volkswagen Passat B2. Вот это опелевские диски с кадета. Разница в чем, что опелевские где-то на миллиметр посадочное отверстие меньше, чем у фольксвагеновских. Вот таких вот. Здесь больше на миллиметр расстояние, чем в опелевских. И диск не налезает на ступицу. Чтобы не снимать и не нести токарю, я решил лагаркой под углом запустить. От лагарки будет вращаться сама ступица и произойдет, скажем так, и уменьшение диаметра назад на размер. Уже тут почти готово я сделал, просто вспомнил, да, решил, думаю, может кому-то понадобиться. Вот таким способом можно расточить на миллиметр, на два, сколько угодно. То есть уменьшить саму ступицу. Сейчас берем колесо. Вот кадетовское. Все, и легонько садится на посадочное от Volkswagen на ступицу.